Добрый день. Меня зовут Старинова Наталья. Я старший юрист отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Сегодня у нас с вами семинар, посвященный новому федеральному закону о социальном обслуживании. Семинар этот у нас проводится для приходских и епархиальных социальных работников. И сегодня у нас здесь в зале присутствуют руководители направления отдела и руководители направления православной службы милосердия. Мы поговорим о федеральном законе номер 442-ФЗ, который вступил в силу 1 января 2015 года. Поэтому в разговоре об этом законе мы пока не будем говорить о том, как он применяется, потому что у него пока нет какой-то сложившейся правоприменительной практики. Мы говорим о том, какие новшества в нем заложены, какие новые возможности для социальных работников он предоставляет, какие он предоставляет возможности для религиозных организаций и других некоммерческих организаций в сфере социального обслуживания. Мы говорим в отношении этого закона о перспективе развития социальной сферы, о расширении круга поставщиков социальных услуг, с тем, чтобы социальная помощь оказывалась не только государственными органами социального обслуживания, ну, таким как большие интернаты или перегруженные центры социальной защиты населения, но и некоммерческими организациями, в том числе церковными, чтобы эти организации могли получить от государства финансирование на свою деятельность, предлагать государству какие-то новые методики помощи людям в форме именно оказания социальных услуг и могли конкурировать с государственными учреждениями с тем, чтобы граждане могли выбирать, где получить услугу. Сейчас у них этих возможностей не очень много, в основном их отправляют государственные учреждения, и особого выбора у них нет. Новый федеральный закон о социальном обслуживании отменил два ранее действовавших закона. Они оба 95 года. Это закон о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов и закон об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации. Оба этих закона устарели, но мы понимаем, что он не придумывает какой-то новый вид деятельности для государственных органов или некоммерческих организаций. Это все существовало раньше. Он по-новому упорядочивает эту деятельность. Поговорим мы с вами для начала о нормативно-правовых актах, которыми регулируется социальная сфера в Российской Федерации, в первую очередь социальное обслуживание, тема нашего сегодняшнего занятия. Об особенностях применения закона. Сам закон является масштабным федеральным документом, который определяет основные направления развития сферы социального обслуживания. При этом, как мы уже говорили на наших предыдущих вебинарах, ну, кто на них присутствовал, тот знает, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации вопросы регулирования социальной сферы относятся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, то есть ваших конкретных регионов, в которых вы проживаете. Это, в общем, не просто констатация какого-то высокого факта, который нужно принять к сведению и забыть. Это имеет прямое значение для применения этого закона, и дальше мы будем каждый раз обращать на это внимание, что для понимания того, каким образом, на основании каких документов, в каком порядке могут получать социальные услуги те просители, которые обращаются к церковному социальному работнику за помощью, для того, чтобы понимать, как церковные некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги, могут быть включены в реестр поставщиков социальных услуг и получать компенсации за оказанные социальные услуги от государства, нужно обращать внимание на документы регионального уровня, и я буду о них говорить дальше. Самый высокий уровень – это сам федеральный закон, о котором мы говорим. Следующий уровень – это постановление правительства и документы Министерства труда, которые издаются для разъяснения этого закона, как его применять, какие документы принимать субъектом федерации. Нормативно-правовые акты федерального уровня решают самые важные вопросы. Это порядок определения среднедушевого дохода, примерный перечень социальных услуг, рекомендации и методики для субъектов Российской Федерации о том, как на практике применять закон, какие документы принимать для его реализации, в каком порядке вести реестры поставщиков услуг, регистры получателей социальных услуг. В большинстве случаев вот эти документы, которые вы сейчас можете видеть на слайде, они адресованы к
субъектам федерации, к регионам. Некоторые из них только касаются самих граждан. Вот, например, порядок определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. Я о нем скажу, потому что он имеет непосредственное значение. Это тоже документы федерального уровня. В основном это методики, рекомендации, рекомендуемые нормы и подобного рода документы. Поэтому вряд ли вы их будете читать, но надо сказать, что в соответствии со всеми этими методиками, рекомендациями субъекты Российской Федерации приняли свое законодательство, и как раз им вам нужно будет руководствоваться в своей деятельности. Хочу обратить внимание тех, кто помогает в социальных учреждениях, ходит туда в качестве добровольцев или сестер милосердия. Верхние четыре приказа касаются обеспечения тех людей, которые проживают в интернатах, и это вам может быть интересно. Какие нормы, как они должны соблюдаться, вот в этих приказах можно посмотреть, и, соответственно, можно посмотреть в законодательстве субъектов Российской Федерации, какие там нормы установлены. Что касается законодательства субъектов Российской Федерации. Субъектов Российской Федерации у нас сейчас 85, и, разумеется, мы не сможем разобрать все эти нормативно-правовые акты, но я постараюсь рассказать про те термины, которыми пользуется все это законодательство, чтобы вы в этих актах могли сориентироваться и прочитать их, не пугаться, а не бояться, а понимать, куда конкретно обращаться за решением ваших вопросов в сфере социальных услуг, обращаться сразу к местному законодательству, не теряя время на поиски где-то там в интернете, где спросить, как узнать, кто ответственный за что-то, что конкретно теперь делать с этими со всеми реестрами и регистрами. Это вы все, я надеюсь, сможете после нашего вебинара уточнить в документах того региона, где вы проживаете. Значит, что касается полномочий государственных органов субъектов федерации. Их очень много. На эти нормы закона нужно обратить внимание. Здесь написан список их полномочий, по которым регионы Российской Федерации будут принимать свои порядки, процессы, процедуры. Самое важное – это координация деятельности поставщиков социальных услуг. Что касается этой деятельности, она будет иметь значение для вас, если вы захотите быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг и получать от государства субсидии на вашу деятельность. Что еще важно? Утверждение перечня социальных услуг. Если вы хотите узнать, что такое социальная услуга, является ли то, чем вы занимаетесь социальной услугой, вы обращаетесь к перечню, утвержденному законом субъекта Российской Федерации, и с ним сверяетесь. Что еще здесь можно смотреть? Я думаю, что достаточно интересными могут быть для некоммерческих организаций такие пункты, как мероприятия по формированию и развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания, утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания, утверждение размера платы, установление предельной величины среднедушевого дохода. И целый вот спектр разных документов, разных вопросов, которые будут решаться на региональном уровне. Как со всем этим справиться, как с этим быть? Не так все ужасно, как могло бы показаться, потому что органы местной власти обязаны информировать и граждан, и организации по вопросам социального обслуживания, по новшествам этого закона, и они это делают. Они размещают информацию на сайте и публикуют свои нормативно-правовые акты, которые вы сможете изучить. Во-первых, субъект федерации определяет тот орган, который ответственен за реализацию этого закона. Как правило, это департамент или Министерство социальной защиты, или как-то подобным образом называющееся Министерство в Москве, это департамент социальной защиты населения. И на сайте уполномоченного органа социальной направленности размещается информация о законе. Я просмотрела несколько сайтов, порядка 15 сайтов регионов, на всех на них есть такая информация, некоторые для примера я могу привести. Например, сайт социальной защиты Челябинской области, с левой стороны, вот я красным обвела вам,
раздел «Реализация федерального закона номер 442 ФЗ». Следующее, когда мы кликаем по этой ссылке, мы переходим в список нормативно-правовых актов принятых, план информационно-разъяснительной работы, информационные сообщения, разъяснения, пояснения, тарифы и сам реестр поставщиков. Например, Приморский край тоже есть с левой стороны, вот я ввела красным, реализация закона 442. Мы переходим по этой ссылке и видим все нормативно-правовые акты, которые были приняты в связи с вступлением в силу нового закона. Костромская область, с правой стороны социальное обслуживание, реализация федерального закона номер 442. Идем по ссылке, видим список нормативно-правовых актов, планы информационно-разъяснительной работы и видим реестр поставщиков социальных услуг. Ну, то есть на всех сайтах такая информация есть, изучить базу нормативно-правовую, читать информационные письма, разъяснения, комментарии. Все это можно сделать на сайте регионального министерства или департамента, и, в общем-то, несложно. Если вам что-то непонятно, вы можете обращаться в свой местный департамент за разъяснениями. Во-первых, они обязаны, как государственный орган, разъяснять законодательство. Во-вторых, у них есть такая обязанность вот, в связи с тем, что закон новый, и к нему может возникать масса вопросов. Новые термины в законе, некоторые из них не совсем новые, но они содержат новое содержание. Закон определяет, что, собственно, такое социальное обслуживание, что такое социальная услуга. Законом вводятся новые понятия: получатель социальных услуг, поставщик социальных услуг, индивидуальная программа предоставления социальных услуг, профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании, стандарт социальной услуги и целый ряд других терминов. О некоторых мы поговорим сегодня подробнее. Первое основное понятие – это социальная услуга. Социальная услуга – это действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической или разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Что это значит практически? Как ясно из определения, социальная услуга представляет собой именно действие по помощи гражданину. Этим социальное обслуживание и отличается от других видов социальной помощи и социальной защиты населения в стране. Это может быть предоставление льгот, выплат, обеспечение доступности среды, предоставление технических средств реабилитации. То есть это конкретно есть выплаты в виде материальных вещей, есть именно помощь действиям, поддержка человека в его жизни действиям. Помимо материальных вопросов, люди нуждаются именно в том, чтобы им делом как-то помогли справиться с жизненными задачами, и просто выдача средств, она далеко не всегда решает задачу. Можно ребенку-инвалиду предоставить коляску, можно обеспечивать его памперсами, питанием, но сами материальные вещи, они не обеспечивают развитие, излечение, они не обязательно развивают самостоятельность ребенка или человека, взрослого инвалида. Этого человека иногда нужно научить общаться, провести с ним реабилитационные занятия. И сколько вот не выплачивай денег, сколько не выдавай материальных средств реабилитации, если в регионе не хватает реабилитации, развивающих центров содействия в трудоустройстве, там, правовой помощи, еще каких-то услуг именно социального характера, то человеку будет крайне сложно жить полноценной жизнью. Соответственно, нужно запомнить еще и то, что этот закон материальных выплат не регулирует. Искать ответы в этом законе на вопрос, а какие бывают выплаты и льготы, бессмысленно. Он говорит именно о социальных услугах, о действиях. Какие бывают виды социальных услуг, что входит в это понятие? Они бывают социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг. Срочные социальные услуги – отдельный вид социальных услуг. Что все это значит? Формулировки достаточно сложные в самом законе, однако у нас есть установленный правительством Российской Федерации примерный перечень социальных услуг по видам социальных услуг. Вот здесь как раз перечислены виды сейчас на слайде.
И мы можем, как минимум в этом перечне, уточнить, какие бывают услуги конкретные. Например, социально-бытовые. Обеспечение питанием, обеспечение книгами, журналами, газетами, обеспечение мягким инвентарем. Это может быть помощь в уборке помещения, это может быть помощь в приготовлении при пище, это может быть помощь в доставке продуктов на дом, это может быть помощь в написании письма. То есть самые разные услуги, которые помогают человеку сориентироваться в быту, они являются социально-бытовые. Социально-психологические услуги, они в основном консультативного характера, они могут оказываться самым разным людям в самых разных ситуациях, например, помощь женщинам, оказавшимся в кризисе, часто они самостоятельно не могут справиться с ситуацией, зависимы, созависимы. И вот консультативная помощь, помощь психолога будет являться социально-психологическими услугами. Социально-психологические услуги в сфере помощи детям-инвалидам, например, с ментальными нарушениями, психологическая работа с этими детьми, это тоже могут быть социально-психологические услуги. Социально-медицинские услуги. Про социально-медицинские услуги нужно сказать отдельно, что эти услуги не связаны с медицинским вмешательством. Медицинское вмешательство – это медицинская помощь, оказывается только лицензированными организациями и не может оказываться просто так организацией социального обслуживания, НКОшкой или государственной, это не важно. На это нужно, на медицинские вмешательства нужно получать лицензию на медицинскую деятельность. Соответственно, социально-медицинские услуги – это выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья. То есть при этом вмешательство не происходит. Ну, например, измерение температуры тела, контроль за приемом лекарств, оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий, проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни – все это социально-медицинские услуги, за исключением медицинского вмешательства, медицинской помощи, медицинской деятельности, которая осуществляется только при наличии лицензии. Социально-трудовые услуги оказываются тем, кто нуждается в трудоустройстве, помощь в нахождении нового места работы, помощь в решении проблем, связанных с трудовой адаптацией, как это может быть, профессиональное ориентирование какое-то, это тоже социально-трудовые услуги. Социально-правовые услуги – это помощь юристов в самых разных видах, это консультирование, подготовка документов, помощь в восстановлении документов, рассказать, объяснить, куда, в какие государственные органы, как обращаться, примерно такого рода помощь. Достаточно часто она оказывается, ну, религиозными организациями она тоже оказывается. У нас в отделе такая служба правовой помощи есть, добровольческая. Ну, вот примерно такой вот список у нас социальных услуг. Полный перечень того, что является социальной услугой. Полный перечень того, за что вы можете получать компенсацию от государства, если вы этим занимаетесь, если вы включены в реестр поставщиков социальных услуг или хотите быть туда включенными, указывается в перечне, который размещен, скорее всего, на сайте вашего департамента или Министерства социальной защиты. Они могут в разных регионах по-разному называться. Поэтому вы смотрите документ под названием «Перечень социальных услуг» и, соответственно, разбираетесь, что ваш регион понимает под социальными услугами. Это будет примерно соответствовать федеральному примерному перечню. Ну вот, про это я уже рассказала. В общем, смотрим законодательство субъекта Российской Федерации, описание социальных услуг, конкретных действий, которые являются социальными услугами, можно посмотреть на сайт субъекта. Срочные социальные услуги – отдельный вид социальных услуг. Они предоставляются без составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении социальных услуг в целях оказания именно неотложной помощи. Часто такая ситуация складывается в чрезвычайных ситуациях, в помощи бездомным, когда человек обращается в какую-то даже социальную службу, ему нужно срочно поесть, ему нужно срочно во что-то одеться, пока будут оформлены все документы. Ждать невозможно, его нужно как-то отогреть, не знаю, куда-то разместить. Это относится к срочным социальным услугам.
соответственно, какого-то вот этого вот набора документов, о котором мы будем говорить позже, его заключать не надо. Достаточно составить акт об оказании срочных социальных услуг. Форма акта также утверждается нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации. Может быть, приказ департамента, постановление правительства с приложением. Ну, они разные бывают. Срочные социальные услуги. Вот на слайде есть их список. Бесплатное горячее питание, обеспечение одеждой, временное жилое помещение, юридическая помощь, например, восстановление документов, экстренная психологическая помощь. Прошу обратить внимание, что здесь написано с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей. То есть наша практика, она части священнослужителей при помощи в чрезвычайных ситуациях, она как-то нашла здесь свое отражение в этом законе. Социальное сопровождение – термин, который вызывает больше всего вопросов у людей, и он как раз новый. В практике его понимания и применения еще нет, но я постараюсь рассказать, что закладывается в это понятие. Этот вид помощи, он не предполагает конкретного оказания социальных услуг, он предполагает именно помощь в нахождении тех людей и организаций, в первую очередь организаций, которые окажут человеку не социальную, а именно профессиональную медицинскую, профессиональную психологическую, педагогическую и юридическую помощь. Есть мнение такое, что социальное сопровождение – это термин, который предполагает принудительное оказание социальных услуг. Как мы видим из определения, вот здесь ничего принудительного здесь нет, ничего здесь не звучит про принуждение, про комплекс услуг, которые будут получать или обязаны получать, ничего здесь не сказано. Поэтому, в общем, слухам верить не стоит, нужно читать внимательно закон. Кроме того, то, что эти услуги будут принудительными, никак не следует ни из федеральных, ни из региональных актов. Для того, чтобы эти социальные услуги получить, там, получателю еще придется потрудиться, заполнить кучу бумаг, я расскажу, какое их может быть количество, и еще доказать, что он нуждается в получении социальных услуг, после чего, может быть, он их получит бесплатно. Поэтому говорить о том, что в этом законе и вот в этом понятии есть какое-то принуждение, ну, это не очень серьезно. Замысел социального сопровождения – это содействие в получении помощи, которое не входит напрямую в перечень социальных услуг. Сейчас, например, родителям ребенка-инвалида приходится самим бегать по образовательным организациям, по медицинским организациям, искать юриста, который хоть что-то понимает в социальном обслуживании, в вопросах социальной защиты. Им приходится самим становиться специалистами в самых разных там, в сферах соцзащиты, образования, медицины, это достаточно сложно для родителей, у которых еще и ребенок болен, с ним надо, чтобы кто-то сидел. Предполагается, что социальный работник может сопровождать такую семью и помогать ей устанавливать контакт с другими разными органами, организациями. Основывается такое содействие на принципе межведомственного взаимодействия. Межведомственное взаимодействие не является термином, придуманным специально для закона о социальном обслуживании. Взаимодействие осуществляется между самыми разными организациями, органами, ведомствами государственными. Представляет собой обмен информацией, документами, направление заявок, требований, поручений, предложений. То есть постоянный документооборот между организациями. И предполагается, что именно на основании вот этого принципа государственные органы сами между собой списываются, договариваются, будет осуществляться социальное сопровождение. Социальный работник сидит и отправляет заявки за тех людей, которые обратились к нему за помощью в рамках социального сопровождения семьи. Например, работа службы «Одного окна» достаточно широко известна, и она тоже поставлена, она основана на принципе межведомственного взаимодействия, когда человек приходит в одно окно, подает свою заявку, дальше его не должно волновать, как государственные органы друг у друга будут запрашивать те справки, которые им нужны для принятия решения. У всех этих ведомств есть регламенты межведомственного взаимодействия, и, соответственно, они могут ими руководствоваться. Как отлажены эти процессы, сложно оценить. Конечно же, есть сбои в этом межведомственном взаимодействии. Конечно же, сбои будут и здесь, в этом межведомственном взаимодействии, но посмотрим, как оно получится. Самой необходимости социального сопровождения, помощи людям в организации самых разных сторон их жизни –
это не отменяет, все-таки социальное сопровождение должно быть, должен быть такой вид помощи. Формы социального обслуживания здесь достаточно просто, они остаются теми же, какие были. Это на дому в полустационарной форме или в стационаре. Социальные услуги в полустационарной форме оказываются людям в определенное время суток. В течение дня, или в течение ночи, или в течение вечера, или еще в какое-то определенное время. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются при постоянном и временном на какой-то срок проживании в организации социального обслуживания на круглосуточном режиме. Это, например, психоневрологические интернаты, это детские дома для детей-инвалидов, это дома для престарелых. Люди живут там постоянно там получают социальные услуги. И, в общем, это и есть учреждения социального обслуживания, стационарные. Еще такой вид социального обслуживания на дому. Я про него не рассказываю, потому что, в общем, понятно, что социальный работник приходит на дом. Ну, сейчас уже становится неважно, социальный работник некоммерческой организации, включенный в реестр поставщиков социальных услуг, или это государственный социальный работник. Теперь о получателях социальных услуг. Кто это такие? Получатель социальных услуг – это гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляется социальная услуга или социальные услуги. Значит, два признака. Он нуждается в социальном обслуживании, и ему эти услуги предоставляются. В законе не содержится понятие «трудная жизненная ситуация». Вместо этого четко установлены обстоятельства, при наличии которых граждане предстаются нуждающимися в социальном обслуживании. Вот на слайде можно увидеть эти все основания. Перечень этот нужно знать, нужно его понимать, чтобы иметь возможность ответить тем людям, которые обращаются к вам за помощью, консультативной, еще какой-то. И надо понимать, что этот список по-своему не закрытый. Можно уточнить наличие дополнительных оснований в региональном законодательстве. Например, в Москве есть такой документ, который устанавливает вот дополнительно к этим категориям нуждающихся людей еще целый ряд категорий, которые могут получать услуги бесплатно. Ну, соответственно, основания здесь самые разные, нуждаемости, невозможность осуществлять самообслуживание, наличие конфликта, отсутствие возможности обеспечения ухода за ребенком инвалидом, то есть самые разные, но, в общем, социальный работник так или иначе со всеми этими ситуациями, которые очень сильно усложняют жизнь семьи, сталкивается достаточно часто. Нужно сказать про заявительный принцип социального обслуживания. Предоставление социальных услуг возможно только с учетом воли изъявления получателя. Он должен обратиться за социальными услугами. Он пишет заявление, с ним заключается договор. С ним вместе составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Все формы этих документов утверждаются Минтрудом и дальше развиваются в местном, опять-таки, законодательстве. Что такое индивидуальная программа предоставления социальных услуг? Они немного подробнее, потому что с заявлениями, в общем, все понятно. Закон предполагает индивидуальный подход к получателям социальных услуг. Индивидуальная программа – это, в общем, не новость. У нас есть, достаточно давно существует такой документ, как индивидуальная программа реабилитации инвалида, в которой определяются меры социальной защиты инвалида. К сожалению, до сих пор многие инвалиды не знают, что такой документ должен быть, не имеют его на руках и никогда его не читали. Им про этот документ нужно будет рассказывать, и параллельно нужно будет рассказывать про программу предоставления социальных услуг. Индивидуальная программа с перечнем социальных услуг, в которых нуждается человек, она имеет для самого человека рекомендательный характер, для поставщика обязательный характер. Как она именно заполняется полностью, методики, там, с точностью до пункта, какие слова где пишутся, все уточняется в региональном законодательстве. Инструкции по заполнению этих индивидуальных программ как раз в региональном законодательстве.
Индивидуальная программа составляется и пересматривается не реже, чем раз в 3 года. В случае изменения места жительства индивидуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет свое действие по новому месту жительства до составления новой индивидуальной программы. Что указывается в индивидуальной программе социальных услуг? Первое – это формальная информация о получателе, где он проживает, его адрес, телефон, контактные данные, вот такие, такого рода сведения. О форме социального обслуживания, где он получает эти услуги – на дому, в полустационаре, в стационаре. И о сроке действия этой индивидуальной программы реабилитации. Виды социальных услуг, на которые имеет право гражданин. Наименование услуги, причем не общими словами, а конкретная услуга в соответствии с перечнем, что именно он получает. Объем предоставления услуги, например, в течение такого-то времени, там уборка помещения в течение 30 минут. Ну, когда можно измерить объем услуги единицами измерения другими, можно другими измерять, и все это будет указываться в индивидуальной программе. Периодичность предоставления услуги, сколько раз в день, неделю, месяц, год или в какой-то другой период времени. Там уборка помещения 30 минут в день, 2 раза в неделю. Срок предоставления услуги в течение такого-то года, например, в течение стольких-то месяцев. Условия предоставления социальных услуг, ну, например, условия доступности. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг с наименованием, адресом и контактной информации. Это имеет значение для социальных некоммерческих организаций, которые оказывают социальные услуги. Это еще один инструмент для того, чтобы граждане узнали, что не только в государственном интернате можно разместить ребенка, можно еще обращаться в какие-то другие негосударственные организации, которые могут помогать ему в реабилитации, оказывать ему социально-психологические, социально-педагогические услуги, которые будут совершенно другого качества, чем в интернате, в котором там содержится 500 человек детей. Могут указываться мероприятия по социальному сопровождению, когда к кому должен обращаться социальный работник, чтобы помочь человеку или семье. Информация об отказе получателя социальных услуг. Он может отказаться от получения каких-то услуг частично или полностью. И, соответственно, заключение о том, как выполнена индивидуальная программа предоставления услуг, с отметкой исполнителя, что программа выполнена. Я прошу обратить внимание на этот документ, индивидуальная программа, потому что впоследствии от нее будет зависеть финансирование и компенсация расходов. Договор на социальное обслуживание, здесь ничего нет такого сложного и особенного, заключается между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг. Указываются те услуги, которые получает, цена этих услуг, если предоставляется заплата, порядок получения. То есть все организационные моменты решаются в этом договоре. Также может гражданин столкнуться с кучей документов, которые могут ему понадобиться для того, чтобы получить социальные услуги, договориться с государственными органами. Их достаточно много. Они могут быть разными в зависимости от того, в каком регионе все это происходит. Это может быть утвержденная форма заявления, форма акта о предоставлении срочных социальных услуг, форма заявления об отказе в социальном обслуживании, форма акта обследования условий проживания получателя, форма решения о признании нуждающимся в социальном обслуживании, индивидуальный график предоставления услуг на дому. То есть документов, связанных с получением социальных услуг, может быть достаточно много. Некоторые из них придется заполнять поставщику, некоторые будет заполнять орган социальной защиты государственный, некоторые будет писать гражданин. Например, заявление пишется гражданином, индивидуальный график составляет орган социальной защиты населения. Теперь о поставщиках социальных услуг. Первое – это понятие, кто такой поставщик социальных услуг. Это юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, или индивидуальный предприниматель, осуществляющий социальное обслуживание. И в другой статье этого же закона сказано, что организациями социального обслуживания являются организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное и стационарное социальное обслуживание.
На что нужно обратить внимание? На то, что поставщиком социальных услуг может быть юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы. То есть это либо коммерческая организация ООО, общество с ограниченной ответственностью, либо некоммерческая организация ОНО, фонд, учреждение, религиозная организация, еще какие-то виды других некоммерческих организаций могут быть поставщиками социальных услуг. Это может быть индивидуальный предприниматель, который осуществляет социальное обслуживание. Реестр поставщиков социальных услуг. Такой основной инструмент для государственного финансирования и упорядочения деятельности поставщиков социальных услуг. Реестр представляет собой информационную систему, в которую включаются все поставщики социальных услуг, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, государственная она или частная. Что означает включение организации в реестр? Означает, что она сможет участвовать в системе компенсации расходов, которые связаны с оказанием социальных услуг бесплатно или за частичную плату. Приходит к вам гражданин со своей индивидуальной программой оказания социальных услуг. Вы ему эти услуги оказываете, вы тратите человеческое время, ваши ресурсы, ваши силы на это, и вы несете затраты. Он вам, соответственно, ничего не заплатил. Дальше вы можете обратиться к государству за компенсацией тех расходов, которые вы понесли в связи с исполнением этой вот индивидуальной программы. Индивидуальная программа – документ очень важный, у гражданина она должна быть, и он с ней к вам приходит. Также включение в реестр поставщиков социальных услуг означает, что эту организацию сможет выбрать гражданин для реализации его индивидуальной программы предоставления социальных услуг, соответственно, с последующей компенсацией расходов. Это означает, что эта организация, которая включена в реестр, организация социального обслуживания, неважно какая, там, государственная, частная, может быть рекомендовано гражданам в качестве исполнителя вот этой программы. Прямо в самой программе она может быть указана. И, соответственно, информация об этой организации размещается на сайте департамента, министерства, то есть информация о ней попадает в широкий доступ, и гражданин может ее выбирать. Что касается сегодняшнего дня, я просмотрела некоторое количество реестров поставщиков социальных услуг по самым разным регионам. Ни в одном регионе я не нашла в реестре поставщиков социальных услуг ни одной негосударственной организации. Все государственные, муниципальные, муниципальные, бюджетные, государственно-бюджетные, бюджетные-бюджетные. Понятно, что практики пока по включению в этот реестр нету некоммерческих организаций. Но я знаю, что скажем, что в Москве уже некоторые организации подали свои заявки на включение в реестр поставщиков социальных услуг. Очень этого хотят, и вроде как уже по ним принято положительное решение. Так что работать с этим нужно. То, что их сейчас там нет в этих реестрах, ну, не значит, что там их быть не должно. Ну, кое-что я уже сказала, что реестр – это информационная система. В реестр включаются сведения о поставщиках на добровольной основе, в заявительном порядке. То есть организация сама должна подать себя в этот реестр в качестве поставщика. Гражданам обеспечивается доступ к реестру, все сведения об организации, в которую он может обратиться, включая там, какие услуги оказываются, где находится организация, с кем разговаривать, какие условия получения услуг, если там доступная среда, например. Все это должно указываться в реестре, который висит в открытом доступе. И, соответственно, поставщики социальных услуг, включенные в этот реестр, могут получать компенсации за оказанные социальные услуги. Финансирование государственного социального обслуживания остается прежним. Государственные и муниципальные бюджетные организации финансируются за счет средств соответствующего бюджета, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за оплату. Ну, например, во всех там, психоневрологических интернатах, как мы знаем, там, или там, в интернатах для пожилых инвалидов 75% пенсии, они там платят за социальное обслуживание, по договору о социальном обслуживании. Это, в общем, нормальная практика была и до сих пор. Финансирование социального обслуживания для некоммерческих организаций осуществляется. Первый способ, о котором я уже говорю,
Это предоставление субсидий из соответствующего бюджета в соответствии с бюджетным законодательством соответствующего региона в форме компенсации вот тех расходов, которые были понесены на конкретного гражданина. То есть сначала гражданин обращается, потом ему в форме субсидии эти расходы компенсируются. Не ему, а организации, которая ему помогала. Второй способ – это проведение закупок социальных услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе. Это обычный госзаказ. О нем я подробно пока не буду рассказывать, потому что это такая очень отдельная тема. Также финансируется деятельность некоммерческих организаций коммерческих за счет средств получателей, если они получают услуги за оплату. Компенсация затрат. Гражданин выбирает себе поставщика социальных услуг, который может быть не включен в его индивидуальную программу, но состоит в реестре поставщиков. При этом поставщику компенсируются затраты на предоставление социальных услуг в соответствии со стоимостью индивидуальной программы, которая рассчитана по подушевым нормативам. Все тарифы, нормативы можно тоже посмотреть в местном законодательстве, законодательстве регионов. Тарифы и нормативы. Каждая услуга имеет свою цену с учетом ее объема. Каждая услуга записана в документе, который утверждает тарифы и нормативы. И, соответственно, можно их открыть и посмотреть, сколько будет стоить, например, один час написания письма или там 30 минут написания письма, сколько будет стоить подача пищи, кормление, там, сколько будет стоить сходить в магазин за продуктами. Соответственно, будет стоить не тому человеку, которому покупают продукты, а компенсируется той организации, которая эту услугу оказывает. Пошел социальный работник, купил продукты, соответственно, не знаю, 100 рублей это стоит по тарифам, 100 рублей организация возмещается. Все эти нормативы смотрим в документах субъекта федерации. К сожалению, вот с федерального уровня мы очень мало что знаем, но, в общем, можно в этом разобраться. Если увидите документ, в котором будет что-то сказано про подушевое финансирование или про тарифы на социальные услуги, в общем, можете рассматривать, сравнивать с вашими ценами и смотреть, насколько вы готовы работать за такие суммы. Исходя из тарифов, рассчитывается компенсация поставщику социальных услуг, об этом я уже сказала, и исходя из этих тарифов, рассчитывается плата за услуги для самого получателя социальных услуг. Расчет по услугам. Одна услуга, такая цена. Стандарты социальной услуги тоже новое понятие для законодательства в своем роде. Стандарты социальной услуги у нас тоже, например, у нас в Москве они уже есть. Они у нас выглядят примерно таким образом, на примере Москвы. Я показываю, содержат они наименование социальной услуги, конкретные, опять же, в соответствии с перечнем, то есть не просто социально-бытовые какие-то, а конкретная социально-бытовая услуга, там, уборка помещений, описание социальной услуги, что при этом делается, сроки, периодичность и объем предоставления социальной услуги, в течение какого срока, там, раз в неделю, раз в месяц, раз в год, в каком объеме это, там, как правило, время. Подушевой норматив финансирования социальной услуги, он устанавливается ежегодно, меняться будет. Показатели качества и оценка результатов и условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности для инвалидов и других людей с ограниченными возможностями здоровья. На этот стандарт нужно обратить внимание, потому что если организация будет включена в реестр поставщиков социальных услуг, ей нужно будет оказывать социальные услуги в соответствии с вот этими стандартами. Порядок компенсации затрат на примере Москвы. Есть постановление правительства города Москвы, которое определяет правила предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, тем поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков. Субсидии эти предоставляются за счет бюджета, который предусмотрен для департамента социальной защиты, и департаментом же все эти компенсации производятся.
размер субсидии определяется по отчетам поставщика, тех конкретных граждан, которым он в отчетном периоде помогал. То есть там было 10 граждан, он пишет, какие услуги он оказывал с приложением со всех документов и с расчетом стоимости. При предоставлении социальных услуг бесплатно размер доходов, которые не получены поставщиком, ну, которые он получил бы, если бы все это делал платно, которые подлежат компенсации, определяются за объем услуг конкретному получателю, то есть указывается конкретный получатель, указывается его индивидуальная программа социальных услуг, в ней написано все, что делает организация, и сумма стоимости всего объема услуг. Пришел гражданин, получил социально-бытовых услуг 10 штук на сумму каждая по 100 рублей, всего на 1000. Соответственно, 1000 это компенсируется в соответствии с этими со всеми тарифами поставщику социальных услуг организации, некоммерческой и коммерческой, неважно. При предоставлении услуг за частичную плату такая возможность есть тоже, исходя из разницы между стоимостью услуг и полученной платой. Допустим, вот пришел гражданин, получил услуг на 1000 рублей, 10 видов, 500 рублей за это заплатил. Соответственно, компенсируется 500 рублей вот этой разницы между затраченными средствами и тем, что было оплачено. Порядок и условия включения реестра поставщиков на примере Москвы. Еще раз уточняю, что порядок и условия включения в реестр поставщиков устанавливаются законодательством субъекта Российской Федерации, поэтому этот момент нужно будет смотреть каждому епархиальному или приходскому социальному работнику в своем законодательстве, законодательстве своего региона, область, край, ну, еще какие-то там другие регионы. В Москве требования достаточно высокие для включения в этот реестр. Работники поставщика должны соответствовать требованиям профессиональных стандартов. В церковных социальных организациях не уверена, что везде это соблюдается, везде есть возможность взять людей, которые не просто горят духом, а обладают еще профессиональными навыками в соответствии с профессиональными стандартами. Поставщик берет на себя обязательство, что услуги будут соответствовать стандартам социальных услуг. Про стандарты я рассказывала, они описывают, как должна оказываться услуга. Поставщик берет на себя обязательство, что стоимость социальных услуг будет соответствовать утвержденным тарифам и нормативам. То есть, соответственно, законодательство о тарифах нужно будет посмотреть, это тоже местный уровень. Поставщик работает в сфере предоставления социальных услуг не менее 5 лет. Причем именно в сфере предоставления социальных услуг, а не просто зарегистрирован в качестве юридического лица там, в течение 5 лет. Еще одно условие: у поставщика есть недвижимое имущество, необходимое для предоставления соответствующих социальных услуг, например, там, на праве аренды, безвозмездного пользования или в собственности, то есть где, собственно, он будет своих получателей принимать. И поставщик при этом должен быть зарегистрирован в установленном порядке в качестве налогоплательщика, это как раз самое простое. То есть требования достаточно высокие, соответствовать им сложно, по крайней мере, многим организациям, но некоторые все-таки справляются с такими требованиями и подают заявку на включение в реестр поставщиков социальных услуг, в том числе наши церковные в Москве. Для включения в реестр какой порядок в Москве? Порядок вроде бы достаточно простой визуально, но, в общем, комплект документов огромный, 13 пунктов, и, в общем, по каждому пункту там можно целую пачку сдать. Для включения в реестр заявитель подает в уполномоченный орган документы по установленному списку. Это учредительные документы разного рода, лицензии, перечень услуг, которые он будет оказывать, тарифы, которыми он будет руководствоваться, информацию о формах предоставления услуг. Формы предоставления, это, соответственно, я уже говорила, на дому, полустационар, стационар, выбираем отсюда. И другие документы, подтверждающие вот те условия, которые я называла. То есть, там, что он работает достаточное время, у него есть недвижимое имущество, еще что-то.
Департамент осуществляет в 5-дневный срок проверку этих документов и, соответственно, принимает решение о включении в реестр и выдает свидетельство, ну, либо отказывает, если информация неполная, недостоверная или еще что-то. И дальше на сайте Департамента социальной защиты населения размещается информация о поставщике, и дальше он включается во всю систему вот этого социального обслуживания, рекомендаций, компенсаций, оплаты по тарифам, вот после этого. Так, не очень сложная схема, но документов, конечно, у нас в Москве требуется очень много, и требования достаточно высокие. Как это в вашем регионе, посмотрите. Если вам что-то в этих документах непонятно, потому что написано они совершенно невозможным языком, то что вот здесь это мой перевод, моя попытка перевести на человеческий язык, насколько удачный вопрос, вот те очень замудренные тексты, которые в этих документах. Поэтому если у вас возникает какой-то вопрос по этим документам, по порядкам, по всем этим тарифам бесконечным, вы можете обращаться в департамент социальной защиты или в ваше министерство региональное, попросить их разъяснить, посмотреть на сайте порядок информационно-разъяснительной работы, планы. Они проводят всякие семинары, там, в зависимости от региона, проводят разъяснительную работу, какие-то информационные письма направляют. Можно написать официальное письмо с просьбой разъяснить или там провести какой-то семинар. То есть с этим нужно работать, потому что я понимаю, что при том, как сложно написано большинство этих документов, социальному работнику просто так будет сложно разобраться. Но если, скажем, епархиальный социальный работник договорится с департаментом социальной защиты, чтобы провели вебинар или просто семинар, сотрудники именно департамента, ну, это было бы неплохо, это бы очень сильно помогло социальным работникам приходским. Ну, чтобы не приходилось там слушать только про федеральные документы и про то, что, в общем, все спущено на уровень субъектов. Бесплатное и платное социальное обслуживание. Бывают бесплатные и платные социальные услуги, условия для них установлены в законе. Определяются условия и категория граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно и за оплату в разных формах. Бесплатные социальные услуги зависят от среднедушевого дохода, который специально высчитывается для предоставления социальных услуг бесплатно. Расчет среднедушевого дохода определен постановлением правительства Российской Федерации номер 1075 от 18 октября 2014 года. Это постановление сообщает нам, что считается, во-первых, доход семьи. В составе семьи учитываются супруги, родители и несовершеннолетние дети, совместно проживающие с получателем социальных услуг. Обратите на это внимание. Есть лица, которые не учитываются в среднедушевом доходе. Я, к сожалению, здесь не дописала, что они не учитываются. Но это лица, отбывающие наказание, которые находятся на принудительном лечении, и те, которые находятся на полном государственном обеспечении. Соответственно, рассчитывается весь доход семьи и считается из совокупного дохода семьи доход на каждого члена. То есть это не просто так. И также в этом постановлении указаны доходы, которые учитываются для расчета среднедушевого дохода. Я не буду их перечислять все, они там от А, и если я не ошибаюсь, до О, список огромный. Если мы скажем, что все доходы или любые доходы, мы не сильно ошибемся. Начиная от пенсии, каких-то социальных выплат и заканчивая там использованием нефтяных трубопроводов, чего угодно, там акции, облигации, ну вот любые доходы, которые может получать человек, включая там деньги за аренду квартиры, все они включаются в доход, и в общем в итоге среднедушевой доход получается, как правило, выше, чем он казался раньше. Бесплатно они предоставляются эти услуги после полутора прожиточных минимумов, если я точно говорю, в общем, но в общем до этого прожиточного минимума надо еще досчитать, при том, что считается все что угодно. В общем, количество людей, которые имеют право на получение бесплатных социальных услуг, резко снижается. Есть две категории людей, которые могут точно абсолютно получать бесплатно социальные услуги. Это несовершеннолетние дети
и лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных и межэтнических конфликтов. А в процессе работы над этим законопроектом там появлялись разные люди, дети-инвалиды фигурировали, бездомные фигурировали. В общем, кто-то как-то пытался там своих подопечных вписать, но в итоге осталось только две категории. И оплате за оказание социальных услуг, соответственно, размер ежемесячной платы рассчитывается на основании тарифов, как я уже говорила, тарифы утверждаются местным законодательством в зависимости от того, сколько услуг оказано, эти услуги оплачиваются. Оплата не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг, который вот рассчитан в соответствии с тем постановлением, которое я назвала. Вот примерно в общих чертах о законе о социальном обслуживании. Я думаю, что мы еще успеем поотвечать на какие-то вопросы. Если что-то непонятно из моей речи, можно попробовать переспросить, потому что я поясню. Закон написан очень сложным языком, он такой вот прям вот очень серьезный, очень технический, и, в общем, пояснения к нему нужны практически. Так что, если у вас возникают какие-то вопросы, можно спрашивать. Спрашивает Татьяна из Хабаровска. Нам говорили на семинаре по этому закону, что заявительный порядок может быть не личным, что кто угодно может написать заявление вместо гражданина. Да, есть такая возможность написать за гражданина обращение за социальной помощью в виде социальных услуг. Но дело в том, что помимо этого обращения заявления должен быть сформирован еще целый комплект документов. Во-первых, индивидуальная программа. Во-вторых, договор должен быть заключен с получателем, и ему еще вам в куче мест придется расписаться. Поэтому, в общем, добровольность здесь сохраняется, участие гражданина, оно не исключается. С чем это связано? В общем, возможность обращаться к другим организациям за гражданина за помощью социальной очень часто требуется, потому что люди часто находятся просто-напросто в беспомощном состоянии. Человек лежит дома без сознания, там что-то с ним случилось с его здоровьем. Человек на улице лежит, нуждается в том, чтобы его накормили, одели, там, не знаю, куда-то разместили, нужны ему срочные социальные услуги. Кто-то должен за него обратиться, потому что сам он уже не может встать, допустим, еще что-то такое. То есть какой-то такой элемент представительства, он, конечно, часто нужен, когда ситуация очень тяжелая. Поэтому, в общем, это хорошая норма, но надо понимать, что в первую очередь, как, конечно, касается срочных социальных услуг, потому что там не требуется какого-то дополнительного заключения договора. Если речь идет о несрочных, там будет заключаться договор, там еще будут договариваться с получателем, и, в общем, здесь заявительный порядок, он не исключается. Если речь идет о несовершеннолетних, то принимают за него решение, подписывают документы. Его законные представители — это в первую очередь родители, усыновители, в вторую очередь опекуны и попечители. То есть обращаемся к ним. Сам несовершеннолетний ребенок, по общему правилу, таких решений не принимает, документов не подписывает. Ну, если он, соответственно, не эмансипирован. А если не дееспособен? Если он дееспособен, то у него есть опекун, и за него принимает решение опекун, заключает договор на социальное обслуживание опекун. С этим есть небольшая проблема в психоневрологических интернатах, потому что опекуном заказчика социальных услуг самого гражданина является сам интернат. И мы тут были не так давно на конференции, на которой директора интернатов очень сильно интересовались. А как же это нам подписывать индивидуальную программу оказания социальных услуг и заключать договор социальных услуг? Если, с одной стороны, я, директор интерната, должен как опекун подписать договор своей фамилии, как опекун, как заказчик, а с другой стороны, я должен подписать этот договор со своей стороны, как исполнитель по индивидуальной программе социальных услуг, как исполнитель по договору. То есть я сам с собой практически заключаю договор. Это конфликт интересов, типичный случай, но решается он только исключительно изменениями в законодательство об опеке и попечительстве, где написано, что проживающим в интернатах опекун не назначается, для них опекуном является учреждение.
до тех пор, пока эти изменения не будут внесены, вот этот конфликт интересов будет, что директор в одном лице заказывает у себя услуги в другом лице. Ну, вот как-то... Вот такой сложной ситуации. Причем есть предложение, чтобы органы опеки и попечительства за недееспособных подписывали все эти договора. В принципе, это, есть такая возможность в законодательстве. Но если в одном интернате московском находится 700 человек недееспособных, у них один опекун учреждения, и вот 700 договоров о социальном обслуживании, 700 индивидуальных программ оказания социальных услуг, 700 заявлений и 700 остальных документов, все это будет там одна женщина в органах опеки и попечительства подписывать, естественно, что она ничего не будет читать, и там просто галочку поставить где-нибудь, и все. Поэтому в интернатах такая проблема есть. Что касается вот граждан, то у граждан более понятно, у них, если он недееспособный, должен быть опекун, если это ребенок, должен быть родитель или опекун, если родителей нет. Что-то у нас там есть еще? Продолжение первого вопроса. Может ли гражданин отказаться, если он не хочет получать эти услуги, прописано ли это право отказа в законе? Право на отказ прописано. Я понимаю, что людей это беспокоит. Почему-то есть мнение, что все сейчас будут бегать за гражданами, навязывать им социальные услуги. Ну получите же, ну получите же. Ничего подобного, никто не будет за ним, за кем бегать. Ну, хотя у них есть такая, людей пугают. Право на отказ прописано в индивидуальной программе услуг. Вы можете не подписывать договор, никто вам не будет оказывать никаких социальных услуг. Вы можете написать отказ от социальных услуг вообще по форме, которая будет утверждена нормативно-правовым актом. Есть мнение, что вообще социальные службы будут ходить по семьям, проверять условия и навязывать своих социальных работников, которые могут, будут вмешиваться в жизнь семьи. В общем, сложно это представить, учитывая то, что сегодня семьям с детьми-инвалидами, теми же самыми, для того, чтобы выбить какие-то социально-реабилитационные услуги для ребенка, приходится оббить невозможное количество порогов, где им будут говорить: не положено, не положено, не положено, сдавайте ребенка в интернат. И предполагать, что вот этот закон как-то еще хуже что-то сделает в этом отношении, еще будет, и что навязывание это будет хуже, это как-то, в общем, достаточно странно. Чего навязывать он не предполагает, по крайней мере, я в нем этого не вижу. Процесс получения социальных услуг, как мы могли заметить, он бюрократизирован до последней запятой, до последнего тарифа, до последней цифры, и, в общем, навязывать вряд ли кто-то что-то будет. Следующий вопрос. Кто определяет периодичность, продолжительность, объем, срок предоставления услуг по программе? Ведь те, кто эту программу оформляет в отдел соцзащиты, не имеют представления о содержании конкретных услуг. Ну, то, что они не имеют представления, это, в общем, вопрос к их профессионализму, насколько они находятся на своем месте. Но, в общем, они должны руководствоваться, во-первых, перечнем социальных услуг. То есть, по крайней мере, те услуги, которые, возможно, выцепить из перечня социальных услуг, должны в этой индивидуальной программе прописываться. Во-вторых, они должны руководствоваться стандартами социальных услуг, в которых написано, в течение какого времени, с какой периодичностью, с каким результатом должна оказываться социальная услуга. Если речь идет о каких-то инновационных социальных услугах, не знаю, какая-то особенная реабилитация при, допустим, ДЦП или что-то еще такое, конечно, они этого не будут знать, этого ничего не будет в перечне, и, конечно, ничего не будет вписано. Но что касается вот типовых социальных услуг, которые записаны в перечень, все это можно вписать, по крайней мере, если человек, который обратился за социальными услугами, будет сопровождать социальный работник, допустим, церковный, который этими терминами как-то оперирует, читал эти документы, понимает, что такое перечень и что такое стандарт, ему будет намного проще добиться от этих соцработников какого-то адекватного заполнения. Та же самая есть проблема сейчас с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Это основной документ, по которому инвалиду как-то государство помогает, должно обеспечивать там технические средства реабилитации, социальные услуги. Но заканчивается все на том, что индивидуальная программа реабилитации практически не заполняется никем. Бюро медико-социальной экспертизы штампует эти индивидуальные программы реабилитации, и, в общем, ничего хорошего часто не происходит, ну, если не попалось в какого-то профессионального человека.
Поэтому проблемы с заполнением индивидуальных программ, они, конечно, уже будут, но именно задача в том, чтобы людям помочь в этом разобраться, потому что я не очень представляю, как человек, находящийся в кризисной ситуации, может разобраться во всех этих стандартах и перечнях. Ну вот именно задача как социальных работников – помочь ему хотя бы в терминах сориентироваться, что, какие документы у него должны быть на руках, что должно быть заполнено и откуда, кого можно выбрать, чтобы ему помогали. Прослеживается ли взаимосвязь с рассматриваемым сегодня законом и закон о выплатах по уходу за престарелыми, достигшими 80-летнего возраста? Ну, взаимосвязь я не очень вижу. Если там закон о выплатах, то он о выплатах. Социальное обслуживание – это несколько отдельная сфера. Она говорит именно о действиях, социальных услугах, когда… Ну, многие церковные организации делают это силами добровольцев, когда добровольцы ходят к какой-нибудь бабушке помогать убираться, приготовить пищу, помогают в уходе кого-то помыть, еще что-то, вот такого рода действия, то есть здесь выплат не предполагается. И про добровольцев я хотела еще дополнительно сказать, что работа добровольцев, вот всю вот систему компенсации не включается. Добровольцы работают безвозмездно. Если они работают возмездно, то они не добровольцы. Они перестают ими быть, становятся там исполнителями услуг по какому-то договору, либо заключают с ними трудовой договор. Про это я говорила на прошлом вебинаре, но это можно будет уточнить про отношения с добровольцами. Добровольцы вот сюда отношения не имеют. Ну, кроме того, что фактически он, конечно, оказывает социальные услуги, это так называется, но вот именно в систему поставщиков, компенсации, вот этого всего, он не вписывается. Можно о социально-педагогических услугах подробнее, если можно дать определение социокультурной деятельности, формы, особенно для детей с ограничением передвижения? Спасибо. Социокультурная деятельность – это разного рода досуговая деятельность. А что касается социально-педагогических услуг, мы обращаемся опять-таки к перечню социальных услуг. Ну, я обращаюсь, соответственно, к примерному перечню, который правительство Российской Федерации написало на вашем региональном уровне. Он может быть более подробным, менее подробным вряд ли. Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания. Формы социального обслуживания мы помним: дома, в полустационаре, стационаре. Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжело больными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами. То есть это такая достаточно важная помощь в организации ухода, в том, чтобы родственников обучить как-то помогать своему больному члену семьи, достаточно важная вещь. Организация помощи родителям и законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование, формирование позитивных интересов, в том числе досуга, организация досуга, праздники, экскурсии, другие культурные мероприятия. То есть вот подобного рода услуги, связанные с ними, они, в общем, являются социально-педагогическими. Можно, конечно, понимать все более широко, исходя из того, что мы делаем, но, в общем, ориентироваться лучше на перечни. Следующий вопрос. Как получить субсидии на строительство наркодиспансера, а также получение земли под строительство? Это немного другой вопрос. Как получить субсидии на строительство, это не то же самое, как получить субсидии на социальное обслуживание. Земельный участок тоже самое, отдельный объект недвижимости, строительство тоже отдельного объекта недвижимости. Где вам взять эти средства, это вопрос. Можно попросить тот же самый департамент социальной защиты разъяснить вам, какие бывают, помимо вот этого закона о соцобслуживании, какие бывают субсидии. Московский департамент социальной защиты, насколько я знаю, дает какие-то субсидии на строительство, на ремонт и еще на что-то, предоставляет помещение в безвозмездное пользование. Подумайте, не стоит ли вам взять какое-то помещение где-то в безвозмездное пользование, попросить его, может быть, пустующее, чем строить свой реабилитационный центр. Соответственно, в качестве второй вариант, ну, первый вариант – это какие-то отдельные субсидии ваши региональные. Второй вариант – это поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. Можно опять-таки делать департамент социальной защиты или министерство, как оно у вас в регионе называется. Они вам могут помочь с предоставлением этого имущества, тоже недвижимого,
вас там разместить на каких-то льготных условиях или безвозмездно в рамках поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Но, в общем, все это нужно узнавать в вашем регионе. Это не вписывается в деятельность по социальному обслуживанию, о которой я сегодня говорила. Это сначала решение вопросов с недвижимостью. Если помощь оказывается анонимна, алкоголь и наркозависимые консультации, занятия, как это предусматривается законом, как оформляется? Это вопрос. Вопрос начинается со слов «алкоголики и наркоманы». У Министерства труда есть позиция, что помощь алкоголикам, социальная именно помощь алкоголикам и наркоманам не входит в сферу социальной защиты, относится только к здравоохранению. Поэтому запросить у них какие-то разъяснения по этому поводу не очень получится, потому что они считают, что это вообще не компетентность соцзащиты. Все идите к врачам, в здравоохранение, и там лечитесь, а потом выходите оттуда. И, в общем-то, ну, обычный человек попадает в ту же самую ситуацию, с которой он уже не справился. Поэтому с этим будут затруднения, с финансированием именно этой помощи. Что касается анонимного, если честно, я в законе этого не увидела, что делать с анонимной ситуацией. Более того, из закона совершенно не очевидно, что сделать с теми, у кого документов нет. Но это еще можно как-то догадаться, что сначала им оказывают срочные социально-правовые услуги по восстановлению документов, потом уже после восстановления документов оказываются несрочные, может быть, какая-то реабилитация бездомных, еще что-то. Что касается вот именно анонимной помощи алкоголикам и наркоманам, если честно, сейчас даже не знаю, что ответить, поскольку практика такая не встречалась, и разъяснений, разумеется, по этому поводу еще никаких нет, потому что их никто не запрашивал. Либо нужно запросить разъяснения в своем регионе, либо, если там уж совсем все зависнет, можно написать будет нам, мы попросим Минтруд разъяснить, как вообще действует ситуация, когда социальные услуги оказываются анонимны, есть ли здесь какие-то выходы, потому что пока это не очевидно. МРО, местная религиозная организация, может оказывать платные услуги? Ну, в принципе, она оказывать может социальные услуги платные. Вопрос в том, насколько это соответствует ее уставу. Я боюсь, что не очень соответствует. Нужно посмотреть ваш устав. И, в общем, для такой постоянной активной деятельности по платному оказанию социальных услуг лучше, конечно, чтобы у вас была какая-то другая некоммерческая организация, потому что религиозная деятельность, мне кажется, она немножко не вяжется. Но это вот такое вот мнение, такое навскидку. Ну, в общем, основной вопрос – это посмотреть в уставе, что у вас там написано по поводу оказания всяких услуг, платных или бесплатных, входят ли они туда. Если входят, то, в общем-то, можете. Если участница делится своей ситуацией, область, сейчас мы читаем. Нашим селеком бывшего Ростовской области очень хорошо налажена социальная государственная служба для взрослых, есть приемы. Больше 20 приемных СМИ, в том числе и моя, проблема с украинским беженцем, которые часто обращаются за разной помощью, ночлега, ночлежек у нас нет. А в чем вопрос? Вопроса нет, но это проблема с ночлегом для украинских беженцев. Я, если честно, не знаю, чем тут помочь. Если либо есть ночлег физический, куда можно людей физически просто поместить, либо их девать некуда. Ну, распихивать по прихожанам бедных беженцев, не знаю, звонить, писать в МЧС, где у них есть пункты временного размещения, может быть, как-то обратиться в наш штаб церковной помощи, спросить, как в таких случаях действовать, потому что, если честно, сейчас не знаю, как там повлиять на село и где там взять жилье. Я даже не очень понимаю, как помочь. Хотя очень хочется, но не знаю, как. Кто составляет индивидуальную программу получателям соцсоциум? Органы социальной защиты, местные. Может ли педагог проводить беседы с детьми в детском доме по катехизации? Это вопрос тоже не из области социального обслуживания. Если вы договариваетесь с учреждением о том, что вы там такие занятия проводите, то, конечно, проводите.
В этой ситуации нужно посмотреть, если вы собираетесь сотрудничать с детским домом и хотите как-то оформлять с ним сотрудничество, можно посмотреть мой предыдущий вебинар, который называется «Правовые основы добровольческой деятельности». В принципе, вы много что можете делать, вопрос в том, на каких основаниях вы это будете делать. На основании договора услуг платных, на основании трудового договора, если вы туда устраиваетесь, на основании добровольческого договора, если вы просто туда приходите безвозмездно помогать, то есть это вопрос оформления. Как будет поставщику, если управление соцзащиты составило нереальный ИП? Как быть поставщику? Нереально? Ну, это нужно представлять примерно, в чем состоит нереальность, и тогда, исходя из этого, действовать. Если вы ее просто не в состоянии по своим возможностям исполнить, и вы это понимаете, видя эту индивидуальную программу, вам нужно просто гражданину объяснить, что, извините, мы вот таких услуг не оказываем, мы оказываем только то, что указано у нас в реестре. В реестре у вас должно быть указано из числа тех услуг, которые вы оказываете, только то, что вы точно можете сделать. Это будет проверяться, это вопрос о достоверности информации, содержащейся в реестре. Если она не достоверна, вас оттуда просто выкинут. Соответственно, к вам должны уже изначально приходить те люди, которым вы можете оказать те услуги, которые у них записаны. Если все-таки приходит человек с какой-то нереальной программой, ну, видимо, ему нужно это будет объяснить. Но опять-таки это не вопрос там какой-то правоприменительной практики, то, что я вам рассказываю, я где-то видела. Я этого не видела, я примерно представляю себе, как это могло бы быть, как это могло бы регулироваться, исходя из того, что я знаю об этом законе. Кто может составить программу для программы «За трезвость» для студентов? Какую программу? Программу для программы «За трезвость» для студентов. А что такое программа «За трезвость»? Вот я думаю, это к руководителю нашего трезвенного направления, к Валерию Константиновичу Доронкину. Мне кажется, это не совсем индивидуальная программа социального обслуживания. Это какая-то благотворительная программа, не знаю, социальная, там какая-то как пропаганда здорового образа жизни. Я не знаю, кто ее может составить. Как развести деятельность 442 федерального закона 120 по профилактике безнадзорности, например, в отношении услуг несовершеннолетним, находящимся в социально-репутационных центрах? Не очень понятно, что значит развести. Их нужно, мне кажется, наоборот объединить в рамках исполнения вот тех целей, задач, которые установлены тем законом 120-м. Вы оказываете целый набор социальных услуг. Несовершеннолетний может оказываться целый набор социальных услуг. Социально-педагогических, социально-психологических, если вы с трудными подростками работаете, социально-бытовых, если вы где-то их нашли, отмыли, там, почистили, там, досуговая деятельность. Все это входит, собственно, в контекст закона о социальном обслуживании, делается, в общем, для помощи тем людям, которые перечислены в законе в том, 120-м. И, в общем, их, наверное, все-таки нужно не разводить, а как-то совместно применять. То есть к одним и тем же отношениям может несколько законов одновременно применяться, там ничего страшного нет. Ну, либо как-то более подробно изложить, в чем состоит задача разведения, но пока я не очень понимаю, в чем она могла бы быть. Если общественная организация оказывает благотворительную нуждающуюся помощь в виде продуктов обедов, приготовленных ресурсами самоорганизации, может ли она... организация получить субсидию, компенсацию для закупки продуктов? Не для закупки продуктов. А если эта организация уже кого-то накормила, это срочно, обеспечение горячим питанием, это срочная социальная услуга, как мы узнали из перечня, то если она оказалась стольким-то получателем, обратившимся, нуждающимся, такое-то количество помощи, она все это обсчитывает. При этом она должна быть включена в реестр поставщиков социальных услуг. Это важно. Если она не включена, все это не имеет значения. Она составляет отчет об этом по той форме, которая установлена, опять-таки, региональным законодательством. Есть все эти отчеты, должны быть уже разработаны там, до там, января 2015 года. По-любому все эти формы должны быть. Она этот отчет составляет как поставщик социальных услуг. И по результатам этого отчета, его рассмотрения, организации компенсируются эти расходы. То есть именно на закупку получить заранее здесь не получается. Как наладить взаимоотношения с соцзащитой микрорайона, если они видят нас конкурентов? Ну, вопрос, конечно, такой сложный.
Ладить, в общем, нужно не с соцзащитой района как таковой, наверное, а с реестром поставщиков социальных услуг. И вы должны будете их конкурентами, но это уже будет основываться на тех документах, которые я сегодня называла. Они не предполагают какого-то вот активного участия соцзащиты в высказывании каких-то оценочных мнений. Они предполагают набор документов, которые вы предоставляете в реестр поставщиков социальных услуг. Они предполагают сроки, в течение которых нужно принять решение. И они предполагают там узкий круг оснований для отказа во включении в реестр поставщиков социальных услуг. И, в общем, на этом нужно основываться, ладить с ними именно в каком-то таком общечеловеческом плане. Не знаю, можно с ними чай попить, наверное, как-то так посидеть, поговорить. Сказать, что ну, все равно же людям нужно помогать, объяснить им, что вы делаете это тоже хорошо, что у вас есть тоже какие-то свои плюсы, и что, в общем, гражданам, которые к вам обратятся, тоже, в общем, хуже-то не будет. Но то, что вы будете их конкурентами, это правда, и, в общем, это будет тоже сказываться на ваших отношениях, но особенно придавать этому значение не нужно, мне кажется. С уважением просто делать деловой диалог, вести, это нормальный деловой вопрос абсолютно. Как регламентируется законом, прям вот этим законом, или потому что этот вопрос достаточно широкий. Во-первых, есть достаточно большое количество законов, которые так или иначе регулируют деятельность учреждения любого. Все они применяются одновременно. Вам просто вопрос, с какого момента вам нужны пояснения. Именно в контексте этого закона, тогда вопрос в том, а какие социальные услуги, кому вы оказываете и на каких условиях, если речь идет об этом законе. А если прямо с самого начала, то, конечно, это прям будет большой список законов. А если нужно узнать что-то с самого начала, то это мой, опять-таки, предыдущий вебинар «Правовые основы добровольческой деятельности». Он называется, там какие-то вот именно основные моменты, чем нужно руководствоваться в своей деятельности. Они там описываются. У нас тут говорят, что у нас время заканчивается. Скажите, пожалуйста, а вы потом будете свободно где-то еще продолжить? У нас вопросы. Так, пропустили мы руководитель направления. Я буду доступна по телефону для сотрудников наших служб. Телефон можно у кого-нибудь узнать. Вот. Ну, попозже я вам скажу тогда. А сейчас мы закончим, наверное, наш вебинар. Если у вас еще будут какие-то вопросы, вы можете нам их присылать. Если что-то вам непонятно и вам по каким-то отдельным пунктам нужны будут пояснения, не знаю, там, каким-то отдельным аспектом, отдельный вебинар мы можем провести, более подробно разъяснить там что-то в отношении именно перечня социальных услуг, еще что-то, что вам непонятно, вы пишите, мы будем, соответственно, думать, как вас об этом информировать, потому что сейчас у нас был такой вводный вебинар по основным понятиям и вообще, что новенького в этом законе. Вот, на этом мы закончим, потому что у нас начинает следующее мероприятие. Спасибо вам за внимание, надеюсь, что от вас будут вопросы. И сообщаю, что, наверное, мы попросим наших обучающихся сделать некую самостоятельную работу по этому закону. И об этом тоже вам напишем. Спасибо вам за участие.